У каждого места есть своя судьба, у каждого места, говорят, есть свой дух, испанцы называют дуэнде, ну вот у нас он, наверное, материализован в этом индюке, который хочет попасть в кадр и рассказать свою историю. Действительно, когда кто-то приезжает, он идет знакомиться, заявляет свои права об этом месте. Я думаю, что этого места, кусочка русской земли, есть своя очень древняя история, не открытая нам. Среди этих ромашек должны бегать дети, вот, и звучать песни. И песня зазвучит, я надеюсь, здесь. Бог даст, когда-нибудь и фестивальную площадку песенную здесь сделаем. Ну, жизнь у нас здесь, нельзя сказать, чтобы очень насыщенная, потому что еще нет постоянных поселенцев. Хотя, ну, есть такая вера и надежда, упование, что здесь народ вернется, русский народ, православный вернется на свою историческую родину. А сейчас вокруг большая часть территории — малазийская компания, вьетнамская компания, братья-китайцы. Ну, самые близкие нам по менталитету – это наши братья из Солнечной Средней Азии, наши узбекские братья, из Азербайджана фермеры. Ну, русских фермеров из 600, ну, наверное, осталось там пару десятков человек. Это очень печальная картина, потому что землей обычно занимаются те люди, которые с детства привыкли заниматься землей или очень любят землей заниматься, умеют это делать. Ну, видимо, среди нашего этноса все меньше таких людей становится. А я, грешный, все-таки приезжаю сюда вот два раза в неделю, и ну, таковы мои обстоятельства, да, то есть все эти десятилетия я, может быть, инвестировал, в общем-то, вкладывал сюда, вот, но с надеждой, что здесь когда-нибудь появится община, артель, который это важно, нужно будет. Потому что община и артель – это как бы семья. Но семья надродовая. То есть это семья из нескольких семей. Вот. И здесь люди должны пройти очень важный опыт. То есть, простроив себя, простроив свою семью, научиться жить ну, в коллективе. Восстановить это естественное человеческое состояние. Потому что вся современная цивилизация приводит к разобщению. У нас еще земля спит. Я думаю, что спит. И народ наш спит, потому что он во сне видит сновидения. Какие-то ему чудятся соблазны Запада. Вот, потом он в поту холодном просыпается. И, в общем-то, никак не может проснуться до конца и явить на нашей земле то, что нам суждено и предназначено. Когда в церкви разговариваешь, ну, что бы хотелось людям? Ну, хотелось бы жить за городом, хотелось бы жить на природе, хотелось бы там козочку завести, коровку завести, там, те же самые травы собирать. Ну, так пожалуйста, вот оно все есть в Серафимовом даре. И козочки, и ромашки, и иван-чай, и возможность теплицы поставить, и возможность... И жить можно уже сейчас. То есть не надо продавать квартиры, не надо делать лишних каких-то телодвижений. Приезжай, попробуй. Попробуй, просто поживи. Но для этого ты должен понимать, что ты должен что-то, ну, привнести. Так, привнести свою веру, свой труд, свои навыки какие-то. Я думаю, что это место еще ждет. Ждет хозяев, я бы так сказал. Я, несмотря на то, что вот 27 лет здесь нахожусь, я чувствую себя управляющим на этой земле, потому что, в принципе, вся земля Божия. Вся земля Божия, и говорить «я хозяин» – это, ну, дерзко. Мы здесь действительно как пар приходим на эту землю и уходим.
Важно, чтобы была традиция, чтобы была эстафета от дедов к детям, от отцов к детям, к внукам, чтобы была преемственность поколений на земле. Тогда не будет временщиков, тогда будет ответственность за то место, где мы с вами живем. Вот здесь справа от нас пруды. 5 лет назад решили мы в отрогах оврага выкопать прудик. Ну, а в результате у нас аж теперь 3 пруда. Но есть и осетр, и толстолобик, и белый амур, и линь. Вот, так что, ну, прекрасный семейный отдых. Ну, в общем, если еще хорошенько здесь потрудиться, здесь будет очень красивое место. Очень красивое место. Здесь неплохо бы баню поставить и, может быть, даже рыбный ресторан сделать. Я думаю, что когда у нас уже своя рыба будет, выращенная на витазаре, на этих самых зародышевых хлопьях, о которых я сегодня рассказывал, вот, то это достаточно уникальное место будет, потому что у нас будут продукты не только собственные, но еще и функциональные. Ну, самое главное, наверное, как корабль назовешь, так он и поплывет. То есть наше хозяйство называется «Экомир», фермерское хозяйство «Экомир», «Экокультура, образующий мир». Поэтому удивительное место, с одной стороны, не так далеко от Москвы, ну, 120 километров, сколько, ну, от силы 1,5 часа. Вот. С другой стороны, здесь вокруг лесничества, непроходимые леса, охотхозяйство и наши лесные поляны. Поэтому здесь сохранился чистый воздух, естественный травостой. И нет такой вот промышленной нагрузки, которая, ну, в ближнем Подмосковье. Поэтому, я думаю, в ближайшие годы, в общем-то, это будет, или десятилетие уж точно, это будет реальное место жизни москвичей.